Всем привет, друзья! Мы находимся в городе Хо Чи Мин во вьетнамском барбершопе. У нас тут VIP-прием. Встретили, сказали, без проблем, все организуем. Пока все отлично. Посмотрим, что будет на практике. Руки мощные. Я шею потянула, как рингдингер собирается делать.
получается, они используют крем, а не масло. Потому что масло забивает поры мне, и прыщи появляются. Особенно на такой шаре. Надеюсь, оператор это снимает. Потому что я ничего не вижу.
и освободился от этой огуречной темноты.
Thank you.
Thank you very much. Да, она прям молодец, постаралась нормально. Все. Профессионал своего дела. Все движения отточены, все как робот. Ну, расслабляюще, мне все понравилось, конечно. Все отлично, выгляжу теперь намного лучше. В общем, ставьте лайк, девушки, если вам тоже понравилось.